Estoy feliz al oír tu voz, aún sin ti suena alrededor. Cerrando los ojos una luz me ciega y eres tú, mi sol, mi amor. Tan dulce mi pecho duele soledad, soy como una sombra de ti no más. Tal vez el amor a salvarnos viene de la ansiedad de todo el mar. Сам круг глаза и ты со мной. Повсюду голос я твой слышу, всегда со мной рядом образ твой. Мой талисман ты в рассудке, ангел мой. Шумит вода и гремит прибой, но слышу я тихий голос твой. Mi vida es plena cuando vienes tú. Я нашей встречи только и живу. Es la soledad una muerte viva. Разлука, как долгая смерть наяву. Юрий признается Николаю, что удочерил Катю сразу после ее рождения. Николай хочет услышать от Ольги, что именно он приходится Кате настоящим отцом. Люсия настаивает на том, что Катя и Стебан – брат и сестра, поэтому они не могут вступить друг с другом в любовную связь. В ответ она слышит от Юрия, что Катя – его приемная дочь. Наташа улетает в командировку вместе с Карлосом. Александр терпит поражение. Он возвращается к Химене и понимает, что она единственный близкий ему человек. Хулия вынуждена признаться Хорхе, что работает в полиции. Что делают аргентинские женщины, ну вот в подобных случаях? Что я хочу? Си, да. Хорошо. Ну, чтобы ты покраснела. Ты же в номере у мужчины. И заметь, полураздетого мужчины. Я вижу, что ты чистюля. Да, мне это нравится. Но не хватало бы, чтобы ты с такой дамой, как я, был бы еще галантным. Можно мне пройти? Ты права, совершенно права. Разреши? Проходи. Пожалуйста. Пожалуйста. Присаживайся вот в то кресло и будь как дома. Значит, тебе подарили шампанское. А мне ничего и не подарили. Вот что значит женщина. Ну надо же. Во всем мире одно и то же. Извини, Таша, все. Катя не твоя дочь. Но ведь Юрий мне все рассказал. Не обманывай меня, пожалуйста, Оля. Я ведь ни на что не претендую. Просто мне нужно знать, если Катя действительно моя дочь, ну, значит, мне еще есть ради чего жить на свете. Умоляю тебя, Оленька, ну не будь же ты такой жестокой. То, что Юра не отец Кати, это правда. Но и то, что Катя не твоя дочь, это тоже правда. Катя не твоя дочь. Извини. Нам больше с тобой нечем говорить. Уходи. Теперь ты понимаешь, почему я не вижу ничего страшного в отношениях между Катей и Стебаном? Даже если, как ты говоришь, Стебан мой сын. Кем ты себя возомнил, Юрий Сурков? Ты не можешь поступать так со мной. Я все это время схожу с ума, думаю, что мой сын живет собственной сестрой, а ты мне ни слова. Я же сказал тебе. И потом я не понимаю, почему ты уверена, что анализ на ДНК, который сделал Хорхе, фальшивый.
прости, но я в это не верю. Мне не важно, веришь мне или нет. Если ты решил верить Хорхе, ради бога, но ты должен был сказать мне правду. Хорошо, может быть, я виноват, что не рассказал тебе все сразу. Прости. Когда мы с Ольгой поженились, она была беременна. Мне это было все равно, потому что я ее любил. Потом родилась Катя, я ее полюбил. Я бы отдал все на свете, чтобы Катя была моей дочерью. Что, Хорхе? Что случилось? Я тебе разонравилась? Я перестала быть для тебя самым любимым и важным человеком. Теперь ты понимаешь, почему я не сказала тебе об этом сразу. Что? Я тебе не нужна уже, раз работаю в полиции, да? Ты так и будешь молчать? Беременная? Не может быть. Ты уверена в этом? Так как я могу быть уверена или не уверен? Со мной такого никогда не было, Стёп. Я боюсь даже идти к врачу. Я не знаю, что делать. Тогда это не точно, да? Да не важно, точно это или не точно. Какая разница? А если я действительно беременна, что тогда, Степа? Это же нас с тобой двоих касается, я же не сама по себе забеременела, правда? Ты пугаешь меня, я тебе только начала об этом говорить, а ты уже боишься. Степа, я тебя еще раз спрашиваю, если я действительно беременна, что тогда? Отвечай, Стефан, что тогда? Ну, отвечай мне, что тогда? Что делать? Предлагаю тост за встречу двух одиноких душ. Двух одиноких душ, которые, наконец, встретились. За тебя и за меня. Я правильно сказал? Более-менее. Более-менее? Да, некоторые вещи ты усваиваешь очень быстро, Карлос. Но не забывай, мы с тобой друзья. Только друзья. Или ты претендуешь на что-то большее? Кардосо? Что? Мне это совсем не нравится. Что там происходит между Хулли и Наварро? Я уже волнуюсь. Шеф, мне это тоже не нравится. Но, видно, так надо. Похоже, что любовью они там не занимаются. Что ты сказал? Ничего. Может, пойдем к ним? Пойдем. Мне кажется, что Хулли не слишком сладко. Как-то там подозрительно тихо. Вам не кажется? Ну так идем или нет? Ну и... Идем или нет, спрашиваю? Ну, идем. Завтра мы увидим брачные игры китов, которые сюда приплыли за 1000 миль. Это прекрасно. Не кажется ли тебе замечательным увидеть этот спектакль вместе с хорошим другом? Хорошо, Наташа. Как скажешь. Тогда с твоего разрешения предлагаю тост за китов. За китов. Хорошо. За китов.
за этих прекрасных животных, которые без малейшей тени ложного стыда могут заниматься любовью перед глазами любого. Вот я и говорю, Наташа, что нам надо еще многому и многому учиться у животных. Их непосредственности, их свободе. Дорогая подруга? Да, подруга. Подруга. Друзья. Катя, Катя, ты куда? Куда ты пойдешь? Куда? К маме я, к маме. Мне сейчас рядом, Степа, нужен близкий и родной человек. А ты, как оказалось, ты меня совершенно не понимаешь. Да нет же, все не так, ну пойми. Что если я твой брат, родной брат, Катя? И что, Степа, это случилось, и что дальше? Не мы первые, не мы последние. Мы с тобой просто любили друг друга, и мы ни в чем не виноваты. Но сейчас не важно, чья это вина. Посмотри правде в глаза. Мы с тобой брат и сестра. И у нас будет ребенок. Хорошо, и что? Что ты предлагаешь? Отказаться от этой любви? Только потому, что она как-то запрещена? Знаешь, Степа, ты меня извини, но я не признаю никаких запретов. И тем более запретов на любовь. Потому что если она настоящая, то она не может быть отвратительной или ненормально. Не уходи. Останься. Катя, вернись. Катя! Наварро, выходи из машины и подними руки. Подними руки, говорю. Руки! В чем дело, Осорио? Какого черта ты здесь делаешь? Вместо того, чтобы изображать из себя детектива, шел бы лучше воров ловить. Разве ты не знаешь, что я тоже работаю в полиции? И могу прекрасно постоять за себя сама. Хорхе, не обращай внимания, любимый. Давай уедем в какое-нибудь более укромное местечко, где этот дерьмовый полицейский со своей дурацкой ревностью нас не найдет. Отвяжись от меня. Ты мне уже надоела, Сорио. Я не ослышался. Думаю, что нет, сеньор. Нет, Кардоса, хуже, чем просто женщина, может быть только женщина-полицейский. Это 100 очков вперед. Любой даст. Спокойно, спокойно. Боже мой, какой кошмар. Кошмар. Что ты делаешь? Подожди, пожалуйста. Я докажу всем, что я права. Я докажу всем, что я права и говорю правду. Не надо в твоем положении так нервничать, Люсия. Теперь ты вспомнила о моем положении? Да не смеши. Одного твоего сына я 20 лет назад родила, так что и этого второго тоже рожу без всяких проблем. Не беспокойся обо мне. Пожалуйста, хватит. Не мешай мне. Не мешай, прошу. Нет, нет, Карлос, пожалуйста, успокойся. Спокойно. Успокойся. Успокойся, успокойся. Не могу успокоиться, Наташа. Или ты не понимаешь, какие чувства во мне просыпаются, когда я рядом с тобой. Любовь, страсть. Наташ, послушай. Если киты любят друг друга на виду у всех, то почему мы не можем это сделать наедине, в этой комнате? Нет, ну в самом деле, Наташ, ну почему? Что в этом такого? Мы же люди. Мы так не договаривались, Карлос. Понятно. Ты меня хорошо понял. Ты ошибаешься, Наташа. Мы с тобой договаривались быть вместе. Да. Ладно, не будем обращать внимания на китов. Они играют в свои игры, никого не спрашивая. Им все равно, что мы приехали на край света подглядывать, как они там играют. Но я все-таки хочу вернуться к нашим отношениям. Наташ, ну пожалуйста. Карлос, да ты перепил.
Да, не надо мне было приносить шампанское. И тем более тебе подливать. Я ухожу. Наташа, не бросай меня одного. Карлос, завтра подъем 8. Нас ждут. Так что ложись спать и отдыхай. И потом эта поза не к лицу галантному мужчине. Моя спина. Ты это придумал для того, чтобы меня оставить? Пожалуйста, Наташа. Это радикулит, Наташа. Не бросай меня одного. Серьезно. Радикулит схватил. Катя. Сейчас ты поймешь, правду я говорю или нет. Посмотри на дату. 10 сентября 1985 года. Я еще была в Санкт-Петербурге, когда почувствовала себя плохо и пошла в поликлинику. Я сдала анализы и... Ты мне веришь? Веришь? Юрий, я приехала беременная Эстебаном из России. Беременная от тебя. Катя, давай не будем спешить. Ты у меня успокоишься. Во-первых, ты не была у врача. Нет, мама. И я плачу не из-за того, что... Не из-за того, что у меня будет ребенок, а из-за того, что... Эстебан так к этому отнесся. Он так побледнел, мама, что я подумала, он сейчас в обморок упадет. Да нас преследует какой-то рок. Да при чем здесь рок? При чем здесь рок, мама? Разве это плохо, что у меня будет ребенок? Мне просто обидно. Мне обидно, как Эстебан к этому отнесся, как он это воспринял, понимаешь? Катюша, я тебе всегда говорила, что мне этот мальчик не нравится. Теперь ты понимаешь, что ты была для него очередной игрушкой? Да нет! Его мама говорит, что он мой брат! И что у нас один отец, понимаешь? Твой папа не может быть отцом Эстебана. Я не верю этой женщине, понимаешь? Не верю! Мне тоже не хотелось бы ей верить, мам. Что, ну, Катя? А если... Если он действительно мой брат, и я действительно беременна, мама, что тогда? Мне очень больно. Мне очень обидно, что ты мне сразу не поверил. Я бы никогда в жизни не призналась в этом, если бы Эстебан не влюбился в Катю. Я же тебе сказал, что Катя не моя дочь. Да, но Эстебан твой сын. А ты мне не поверил, когда я тебе сказала. Почему анализ, который сделал Хорхе, дал положительный результат? Я тоже не понимаю. Что же нам теперь делать? Я не знаю. Катя, никогда, никогда не должна узнать, что она не моя дочь. Никогда. Катюш, не будем спешить. Во-первых, тебе нужно сходить к врачу. И не думай ни о чем плохом. Беременным нельзя волноваться. Это может плохо отразиться на ребенке.
А во-вторых, ты прекрасно знаешь, что анализ ДНК подтвердил, что Хорхе – отец Эстебана. Почему тогда его мама говорит, что все эти анализы фальшивы? Хорошо. Если подтвердится, что ты беременна, папа тоже сдаст анализы. И тогда у нас... Алло, Эстебан? Алло, Катя, это я, Галина. Мы в Буэнос-Айресе, мы уже вернулись. А, Галя. Хорошо, а вы где? Ты знаешь, мы еще не совсем устроились, но мы здесь скоро все приведем в порядок. Мы нашли комнату в оккупированном доме. В оккупированном доме? А что это такое? Знаешь что, приезжай и сама все увидишь. Я сейчас дома одна, Борис ушел по делам. Приедешь? Я так хочу с тобой увидеться. Да, 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 я приеду. Мне нужно тебе очень многое рассказать. Ну хорошо, я тебя жду. Записывай адрес. Я вырастил и воспитал Катю как свою родную дочь. Она ни о чем не подозревает. И мне даже страшно представить, что может произойти, если она узнает всю правду. Но поставь себя на место наших детей. Каково им думать, что они брат и сестра? Конечно, я все понимаю, но... Я думаю, будет лучше, если они расстанутся. Но почему? Ведь это жестоко. Это несправедливо. Если Катя узнает, что я не ее отец, это тоже жестоко и еще непонятно, что хуже. Давай не будем делать поспешных решений. Пожалуйста, Люсия. Я могу взять у тебя эту справку? На время я тебе ее верну. Спасибо. Пока. Все, что я рассказала тебе о своем муже, чистая правда. Единственное, что я от тебя скрыла, это место своей работы. Но с этим просто беда. Как только скажешь мужчине, где работаешь, так его как ветром сдувает. А кого-то наоборот, моя профессия привлекает. Мне вообще сейчас трудно доверять женщинам, а после рассказа Марселла о том, что он видел тебя мило беседующей с Осорио... Скажи Марселу, пусть купит себе очки, а то он, наверное, совсем не видит. Я с Осорио никогда в жизни мило не разговаривала. Но теперь-то ты знаешь, что он хочет от меня. Зачем меня преследует? А почему бы тебе не заявить на него за сексуальное преследование? Ты за пару часов испортила бы ему всю карьеру. Не смейся, Хорхе. Я не смеюсь. Это дело очень серьезное. Заявить на него я могу, но... У него связи, понимаешь, без связи комиссаром не стать. Я просто боюсь его. Он невозможный человек. Что делать, не знаю. Схожу в погреб за бутылочку вина. Нам надо выпить. Ты мне еще многое должна рассказать, чтобы я тебе окончательно поверил, дорогая. Договорились? Да? Договорились. Слушай, Наварро, мы узнали, что комиссар Осорио сует свой нос в наши дела. Нам надо встретиться. Завтра зайдем в лабораторию. Необходимо решить, кто им займется, вы или мы. Надо решать. Урожай 86-го года. Это вино развяжет язык даже немому. Отлично. Хорхе, ты такой радушный хозяин. О чем ты думаешь?
Ни о чем. Ни о чем? Ну, это прекрасно, если ты ни о чем не думаешь. Ничто тебя не тревожит. Значит, ты счастлива. Не хотелось бы тебе верить. Но это легче легкого. Хочется верить? Верь. Ты думаешь, я дура? Ты мне очень нравишься, а это меня не совсем устраивает. Вот я и нервничаю. Очень нервничаю. Что? Ну-ка, объясни мне. И больше меня не ври, пожалуйста. Ты не догадываешься, что я чувствую. Клянусь. Это правда? Клянусь. Сурков, рад вас видеть. Добрый вечер. Карлос нет. Он уехал, знаете? Да, я знаю. Если хотите поговорить на родном языке, в баре сидит ваш соотечественник. Правда, он уже достаточно выпил. Ой, привет. Привет. Ну, эти двери. Это, конечно, не пятизвездочный отель. Но Борис сказал, что здесь скоро все уладит. Он уже даже попросил у друга инструменты. И сказал, что все приведет в порядок. Он у меня такой хозяйственный стал. Да. Садись, ну как тебе? Ничего. Со временем обустроить здесь будет очень уютненько. Ты знаешь, за эту комнату нам ничего не нужно платить. Потому что здесь никто не живет. Раньше здесь жило много разных людей, но потом этот дом превратился в то, что он превратился. И сейчас это называется оккупированный дом. Понимаешь? Угу. Что, Кать, как мама твоя, как Эстебан? Ты помирилась с мамой? Мама. Слушай, Галя, можно я у тебя сегодня останусь переночевать? Спасибо, Николай, мне уже хватит. Спасибо, не надо. Вы знаете, что она мне сказала? Нет. И что она сказала? Что Катя не моя дочь. Я ее спросил, и она мне это сказала. И еще она дала мне пощечину. Ольга, она это сделала? Да. Вот что она мне сказала. Так. Представляете, она же обманула и меня, и вас. В ее жизни было много мужчин. В конце концов, я просто тряпка. Я никому не нужная, бесполезная тряпка. Давайте выпьем за Николая Сергеевича Петрова. Самого несчастного человека на свете. Но мне еще кое-что непонятно. Как тебе удалось, работая в полиции, несколько дней подряд заменять Аниту?
Что ты сказала своему начальству? Очень интересно узнать. Как тебя отпустили? А я ничего не говорила начальству, просто попросила отпуск. Хочешь, я тебе скажу правду? Я только этого и жду. Я не знаю, что там тебе наплел про меня Марселло, но я с тобой сейчас абсолютно откровенна. На самом деле, я уже очень давно хотела уйти из полиции, но мне было страшно. А поработав в лаборатории, я поняла, что я могу это сделать. Это несложно. Ну а ты, почему тебя так испугала моя профессия? У тебя что, есть какие-то проблемы с полицией? Ты преступник? Или это паранойя? Какая там паранойя? Просто то ли из-за того, что они носят оружие, то ли из-за чего-то другого. Но я всю жизнь их терпеть не могу. Ну, конечно, к тебе это не относится. К тебе у меня совсем другие чувства. Надеюсь, я тебе их продемонстрировал раньше и готов повторить. Ты ведь знаешь, как я к тебе. Извини. Не отвечай. Ладно. Оставь, не надо. Алло. Здравствуй, Хорхе, это Люсия. Ты считаешь это нормально, звонить в такое время? Ты все равно не спал. Не волнуйся, я сразу перейду к делу. Я хочу, чтобы ты и Эстебан сделали повторный официальный анализ на ДНК. Если ты откажешься, то этот анализ сделает Юрий. Так что решай, Хорхе. Или ты соглашаешься, или мне придется прибегнуть к помощи адвоката. Что-то случилось? Почему это случилось с нами? Почему? Видели бы сейчас тебя твои друзья из бара. Хороший вид у аргентинского мачо. Но ты не бойся, это останется между нами. Ты в этом уверена? Я почему-то сомневаюсь. Простите, дедушка, вам тоже на катер? Может, вам помочь, сеньора? Я сейчас тебе покажу дедушку. Молокосос. А ну, мотай отсюда, пока не надавал тебе по одному месту. Что случилось? Подожди. У меня в спине что-то хрустнуло. Карлос, что случилось? Это кто? Ребята, Русита, я хотел тебе сделать сюрприз. Это друзья из бара. Они музыканты. Теперь я жалею, что их пригласил. Оль, почему ты сказала Николаю, что Катя не его дочь? Как ты не понимаешь? Как только Николай узнает, что он отец Кати, он тут же ей все расскажет. Может быть, ты объяснишь ему и откровенно поговоришь, он не станет этого делать? Я знаю, он иногда захлестывает эмоции, но мне все-таки кажется, он неплохой человек. Последний раз мне его стало искренне жаль. Мне тоже жаль, но... Люсия тоже знает, что Катя... не моя дочь. Как? Ну, мне пришлось ей сказать. Ну, ты не волнуйся, она никому ничего не скажет. Я думаю, Николай тоже будет молчать. То, что он говорит сейчас, это так, слова. Я в этом не уверена. И все-таки я бы на твоем месте пытался с ним поговорить. Я не думаю, что он успокоится. Мне надо уже бежать. Ты куда? Сегодня надо
очень многое сделать. Пока. Друг Маргадо написал эту музыку специально для китов. Смотри. Смотри, как они плачут от любви, Наташа. Что с тобой, Наташа? Я, наверное, очень впечатлительная. Но это музыка. Это любовная игра китов. Этот океан. И мы на краю света. Я подумала, наверное, Карлос, я кажусь очень глупой. Но это так прекрасно. Карлос, это... Господи, спасибо! Я прошу вас. Мне уже надоели все эти неурядицы, Наварро. Что здесь делает полиция? И еще. Я хочу конкретно знать, чего мы достигли. Сейчас вам все покажу. Пройдите сюда. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста. Фулия, меня нет. Ты поняла? Никаких звонков. По мобильному тоже. Хорошо. Шекспир просто отдыхает. Я вот когда с вами познакомилась, с тобой, Степой, подумала, ну молодые, ну влюбленные, ну глупые. Но чтоб такие страсти. Да, Галь, ты смеешься, а мне вот совсем не до смеха. Я смеюсь? Да ты что? Я не смеюсь. Я бы, знаешь, сколько отдала, чтобы пережить весь этот адреналин? Я тебе так завидую, Катюха. Но в то же время я себя чувствую. Что мне теперь делать, Галь? Ты уверена в том, что ты беременна? Сейчас это очень легко проверяется. Покупается тест на беременность, и все сразу становится ясным. Не знаю, еще ничего не делала. Если честно, то я очень боюсь, Галь. Очень. Катюш, ну ты не бойся. Мы сейчас пойдем с тобой в аптеку. Я тебя проконсультирую. Выберем тест. И все сомнения сразу развеются. Пойдем. Пойдем? Да. Пойдем сейчас. Чего ждать? Ой, ты, наверное, Борис. Он, конечно, у меня хозяйственный, но с дверями я лучше управляюсь. Я его привел. Пошел домой к нему и все-таки уговорил. Черт, что происходит, Хорхе? Карлос, я не хочу, чтобы ты думал, что я женщина, которая...
Наташа, ты женщина, которая моя мечта. Так по-русски не говорят. В Аргентине мы так чувствуем. Катя. Катя, ты... Катя, я люблю тебя. Люблю тебя. Я люблю тебя так, как не любил никого в жизни. Никогда. Мне все равно, если наша любовь запретная. Мне все равно. Будем бороться вместе за нашу любовь. Вместе, да? Я люблю тебя. Я тебя очень, очень люблю. Что вы здесь делаете? Без разрешения господина Наварро нельзя входить к нему в кабинет. Вы же это знаете. Скажите, что вам здесь надо? Оля, пожалуйста, я прошу тебя, скажи мне правду. Оленька, я ведь живой человек, пожалей меня. Не причиняй мне больше боль. Это правда то, что мне сейчас сказала, а? Да, правда. Катя, твоя дочь. Когда я вернулась с гастролей в Париже, я поняла, что беременна. Ну, как я могла тебе это сказать? Я была уверена, что мы больше никогда с тобой не увидимся. Я хочу с ней встретиться. Вот, хочу, чтобы она вот так сидела напротив меня, а я бы... Смотрел бы на нее. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что это для меня значит или нет? К сожалению, этого никогда не будет. Но как же? Ты ведь сама мне сейчас сказала, что Катя моя дочь. Да, сказала. Но она не должна знать, что ты ее отец. Никогда. Никогда.